Устойчивая мобильная связь в поселке Бугрино и новый маршрут на Ринмар – Екатеринбург. Эти и другие вопросы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Первой темой для обсуждения стала плохая связь и низкая скорость интернета в селе Бугрино. По поручению Юрия Бездудного в поселке было модернизировано спутниковое оборудование. Особенно спутникового оборудования, особенно в прибрежных поселениях, такова, что она очень сильно зависит от погодных условий внешних. Более новое, более современное оборудование позволяет стабилизировать сигнал, то есть прерывание, минимизировать прерывание в разговоре или минимизировать потери при интернет-соединении. Вот как раз-таки новое спутниковое оборудование позволит это сделать. Сейчас для жителей поселка мобильная связь и интернет работают в бесперебойном режиме. Также глава региона проконтролировал поручение, которое было озвучено на прошлой неделе. Это претензия от жителя поселка Искателей, которая касалась устранения дефектов после капитального ремонта. Все работы по данному вопросу проведут до конца недели. Еще одна хорошая новость для жителей региона. Теперь северяне смогут отправиться в Екатеринбург прямым рейсом. Появляется рейс Наримар Екатеринбург, причем это прямой рейс. То есть это 2 часа 15 минут в пути. А не стыковочный, как у нас сейчас есть по средам и субботам, летает сейчас у нас стыковочный через Сыктывкар. Билет будет стоить 4000 без багажа и 5000 с багажом. Летать будет в четверг и в воскресенье. Транспортное сообщение по этому направлению начнется с 1 декабря. Напомню, жители региона также смогут напрямую отправиться и в другие города. С 1 января по 31 декабря 2022 года авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю будет выполнять рейсы из Наринмара в Казань, Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю «Руслайн» будет летать в Симферополь и Сочи. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, телеканал «Север».